морщу я. В наше время трудно волк. Волк ведь он совсем не ест свеколку, ни картошку, ни лепешку, ни салат. Не с кем волку пообщаться. Все спешат скорее убраться. Все зубов моих боятся. Вот расклад. Рад бы сесть я на диету, на овсяную, наверное. Прочитал про все про это в книге я. Только волк я по природе, и охотник тоже вроде. Засмеют меня в народе. Кажется, поросеночком пахнет. Поросеночек? Поросеночек, ты где? Поросеночек, ты не молчи. Будешь молчать, лопнешь. Поросеночек, ну зачем тебе жизнь дана? Или мне, или вот бабке твоей Дарье Ивановне, чтоб разговаривать, чтоб мыслями помеж собой делиться. Вот я сегодня, к примеру, иду, по лесу слышу, кто куда, откуда. У нас что, не лесопропускной пункт какой-то, да? Да. Слово сказать, заяц? Я за ним, он от меня, разве это хорошо по лесу на голодный желудок бегать, а? Нет. Поросенок? Да. Ну ладно, поросенок. Ловись, рыбка большая и маленькая. Желудь, желтокожий, желудек, поросеночек. Поросенчик, я ж чувствую, ты где-то тут рядышком. Да, наверное, вон. О, вон за тем кустиком прячется. Я же чувствую. Как это вон? Желудек, желтокожий желудек, поросеночек. Желудек. Сорвался поросеночек. Желудек. Желтокожий желудек. Как это? Желудек. Сидишь на крючке, давай. Вот какой кустик крепенький попался. Или это поросеночек был? Нет. Желудек. Желтокожий желудек. Сейчас как размахну. Как закину. Попался поросеночек разве? А ну говори, куда поросеночка девал? Весь лес по травиночке переберу, только ты не ел. Глазоньки-то
все